Всем привет! Сегодня хотелось поделиться с вами одним лайфхаком, как быстро определить pH почвы. Все мы знаем, что можно отдать почву в лабораторию, где сделают анализ. Но что делать, если надо тебе вот тут же сейчас узнать, какой pH почвы у нас, нейтральный, кислый или щелочной? Для этого нам нужен с вами будет 9% уксус. И мы с вами выливаем его на почву. И смотрим, да? Если ничего не происходит, как в нашем случае, значит почва у нас смещена в кислую сторону. Если почва вскипает, значит почва смещена в щелочную сторону. Для этого я взял другую почву с другого поля, да, чтобы показать. Давайте здесь посмотрим. Вы видите, да, что происходит вскипание. Вот как оно у нас кипит. То есть, если почва вскипает, значит почва смещена у нас в щелочную сторону. Если вскипание происходит очень-очень слабое, значит почва близкая где-то у нас к семерке, то есть нейтрально. На этом у меня, коллеги, все. Всем пока, до новых встреч.